Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем на Родина РП, первый сервер, и сегодня у нас будет последняя серия, получается, рубрики «Жизнь с нуля». В этой серии я хочу подарить машину, получается, какому-то рыжику, который я купил. Я думаю, это будет прикольно, потому что просто подарить рыжику машину, я дам ему все свои деньги, которые у меня остались, это 39 тысяч, в принципе, я думаю, тоже неплохая такая сумма для рыжика, у которого нету ни машины, ничего вообще, я думаю, это будет нормально. В этой рубрике я вам показал, как, получается, прокачать уровень, как выполнять квесты, как заработать денег и купить машину. Я считаю, это очень круто, поэтому, пацаны, просто каждый поставьте лайк и подпишитесь на канал, кто не подписан. Наша цель — добить до конца лета 16 тысяч подписчиков. Итак, вот эта машина, получается, это у нас москвич, но я хочу его сейчас перекрасить другой цвет. Кто, кстати, не смотрел предыдущую серию, как я покупал этот москвич, можете зайти на канал, эта серия выходила недавно, и вы сможете ее посмотреть. Я вам, кстати, забыл сказать о том, что можно открывать ящик Пандоры, здесь дается рулетка, давайте нажмем использовать, и нам выпала бронзовая рулетка. Давайте ее покрутим. С помощью этой темы можно хорошо поднять бабла и уровень, потому что ящик Пандоры можно открывать каждые 2 часа, пацаны. Это довольно-таки круто. Давайте покрутим. И, кстати, пацаны, эти рулетки можно продавать. По-моему, бронзовая рулетка стоит около 30 тысяч, поэтому это очень даже хорошо. И нам выпало XP, пацаны. Ну, давайте его заберем, кстати. Пишем MM, потом убираем инвентарь, получается, рулетки, и здесь мы можем забрать наши XP-шки. Все, отлично. Итак, давайте я поеду сейчас перекрашу москвич в более такой красивый и яркий цвет, потому что, ну, как-то не очень выделяется эта машина. Нам нужно, чтобы она выделялась, была красивой, и мы ее подарим рыжику. Ну что ж, пацаны, вот я покрасил москвич, получается, теперь такой желтенький, просто красивый, яркий. Реально очень классно смотрится, блин. Я не знаю, почему я не покрасил, когда его купил, в такой цвет, потому что я не знаю, что я не мог цвет подобрать нормальный. А вот такой вот желтый цвет, яркий, такой очень классно смотрится, тачка просто очень сильно преобразилась. Давайте, я думаю, заедем на ферму и найдем какого-то рыжика, там вроде бы какой-то чувак работает. Будем смотреть по уровню, пацаны, обязательно. Если у человека там второй, первый уровень, то ему можно будет подарить машину, мне кажется. Здесь вот чувак работает, 62 ID, давайте посмотрим, какой у него уровень. Так, у него второй уровень, пацаны. А почему он в скине девушки там и так далее? Ну такое, блять, в смысле, а чё так? Здесь больше, по-моему, никого нету, но я так понял, скорее всего, видите, там Запорожец стоит. Это, скорее всего, ее машина или его, я уже не понимаю. Поэтому ей или ему я дарить не буду машину. Сейчас поедем, будем искать другого человека. Я хочу именно рыжику подарить, у которого нету машины вообще. Итак, пацаны, я приехал уже в Южный, получается, на грузчике. И здесь вот парень бегает. У него 281 ID. Давайте посмотрим. 281 ID, какой у него уровень. Так, 281, первый уровень, пацаны. Опача, так, как его, Игорь, по-моему, зовут, да? Привет, привет, давайте ему напишем, не будем говорить, как его зовут, в принципе, это не по РП будет. Что-то он бегает просто, даже со мной не разговаривает, пацаны. Что-то он не хочет со мной разговаривать. Так, давай, братан, ответь мне что-то. Данил, нет, я Кирилл. Недавно в области. Давайте так ему напишем, в принципе. Пока. Ну, блядь, как хочешь, братан. Чувак просто проебал свой шанс реально получить бесплатную машину, пацаны. Он просто написал пока. Он пишет Данил, а по-моему Ника не видел, что я не Данил, да, пацаны? Вообще не видно, по-моему, Нику, что я не Данил. Ладно, окей, не хочет он машину получать, как хочет. Поехали искать другого какого-то человека. Так, я приехал, получается, на другую подработку. Так, 4 ID. Какой у него уровень? Давайте посмотрим. У 4 ID. Именно по уровню хочу смотреть. Так, 3 уровень у него. Или какой, да? А, вот, Матео Бир бегает, 110 ID. Давайте посмотрим, какой у него уровень. Так, 110 и 2 уровень. Так, Матео и Виктор. Кому из них машину подарить? Давайте, может быть, Матео обратимся. Но не бегают, даже на меня внимание, кстати, не обращают. Матео. Так, давайте, вон, добежим к чуваку. Просим у него. Может, ему тачка реально нужна. Блин, потому что я хочу именно рыжику подарить. Как бы у Виктора 3 уровень, а у него 2. И было бы лучше ему машину подарить. У тебя есть машина? Давайте уже так спросим у него. У тебя есть машина? А хочешь себе машину? Давайте у него спросим, в принципе. Я думаю, он нам ответит, короче. Нужна ему машина или нет? Да. Давай подарю. Так, посмотрим, что он скажет, пацан. Так, уже прогресс есть, пацан, давай. Соглашайся. Подарим ему машину, пацаны, давай. Поехали.
Ну что ж, пацаны, мы приехали на рынок, пишем команду sell карту. Так, иди игрока 110, 0. А, минимум 10 тысяч, давайте ему дадим 10 тысяч. Так, 10 тысяч, и за 10 тысяч ему дадим машину, да? И сейчас я ему дам все остальные деньги. Все, я ему, пацаны, все дал, спасибо огромное. Теперь можно отсюда уходить. Ну что ж, пацаны, вот такое получилось видео. Объясню для тех, кто не знает, зачем я ему все это отдал. Потому что у меня есть основной аккаунт, на котором есть дом, машины, вертолетом и так далее. Поэтому, как бы, я вам показал на личном примере, как можно развиться здесь, прокачать уровень, купить машину там и так далее. Я вам все это показал в нескольких сериях, в принципе. И это мне не нужно, я решил, зачем оно будет простаиваться на аккаунте, если могу кому-то это все подарить. Я вот отдал ему машину, деньги, и пусть он просто играет, развивается там и так далее. Я думаю, так будет правильней. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока.